У Ванессы Паради увели жениха. И как ты думаешь, кто на такой способен? Конечно же, подруга звезды. После расставания с Джонни Деппом актриса быстро переключилась на музыканта Бенджамина Биолей. Пара даже выпустила совместный альбом, но и это не спасло. Биолей променял Ванессу на ее подружку, актрису Анну Муглалис. Походу, и нашей Ирине Шейк придется переживать очередной разрыв. На вечеринке в Лондоне ее возлюбленный Брэдли Купер шел держать за руку со своей бывшей девушкой, тоже моделью, Сьюки Уотерхаус, которая, кстати, числится в подругах Шейк. Эх, видимо, правду говорят, что женской дружбы не бывает.